Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 29 июля на канале «Россия-1» состоится показ сериала «Любовь без памяти». Данила Княжевич – успешный бизнесмен, живущий на широкую ногу. У него процветающий строительный бизнес. Красавица-невеста Лора. Надежный помощник Дмитрий Куценко. Будучи обладателем всех этих бонусов, можно позволить себе все, что пожелаешь, не задумываясь о чувствах других. Именно по такому принципу живет Данила. Но очередной его день рождения меняет все. В разгар веселья его помощник и близкий друг Дмитрий решают сделать имениннику сюрприз, отобрать все, что он имеет, и занять его место. Негодяй организовывает нападение на Данилу, в результате чего, получив травму головы, тот теряет память. Он приходит в себя в забытой богом деревушке Преображенское, где должен был выжить директора конюшни по указанию своего будущего свекра. Жизнь Данилы меняется. Он живет обычной сельской жизнью, работает конюхом и даже влюбляется в местную девушку Катерину. И вот однажды Княжевичу приходится отправиться в город по делам конюшни, где обстоятельства помогают ему вспомнить все. Останется ли богатый парень тем милым конюхом, которого полюбила деревенская девушка, или же станет прежним бесчувственным богачом? Показ сериала состоится 29 июля. Если вам понравился мой обзор, тогда ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!